Финансовый кризис заставил правительство многих стран пересмотреть свои военные расходы. К концу 2009 года коалиционные войска покинули зону боевых действий в Ираке и Афганистане. Ответственность за поддержание порядка там полностью легла на США, которые в сложившихся экономических условиях решили перейти к политике «разделяй и властвуй». Эта политика очень быстро привела к эскалации напряженности в регионе. Участились случаи незаконного проникновения вооруженных группировок на территорию Таджикистана. Одновременно небывалыми темпами стала развиваться наркоторговля. 12 марта 2010 года Москва самостоятельно решает провести на территории Афганистана спецоперацию. Локальный конфликт, в ходе которого возникли осложнения для российской стороны, втянулись США. Под угрозой разрыва оказались дипломатические отношения двух стран.